Сюжет. Бывшие одноклассницы Алена, Наталья и Марина, которые окончили школу более 20 лет назад, сохранили теплые дружеские отношения. В один вечер женщины решили встретиться за бокалом вина, воспоминаниями и былом и поддержать друг у друга морально. У всех троих взрослая жизнь сложилась совершенно по-разному и не очень счастливо. Скромная Алена, Наталья Селиверстова, стала учителем литературы. Рано овдовев, она отдала всю себя воспитанию сына Константина. Парень вырос и неожиданно женился. Вскоре жизнь молодой семьи и Алены под одной крышей стала невыносимой. Ревность невестки, неопытность в семейных вопросах сына вылились в то, что молодые попросили мать Кости снять квартиру и покинуть собственное жилье. История Натальи, Алена Козырева, не менее драматична. Она риэлтор, но став успешной в сфере недвижимости, женщина вдруг потеряла личное счастье. Прожив с единственным и любимым мужчиной в законном браке, доверяя ему почти 20 лет, она неожиданно узнала о многочисленных любовных похождениях мужа. Не поверив злым языкам, Наташа решила убедиться в обратном, но застала мужчину в объятиях другой женщины, да еще в своей постели. Энергичная Марина, Наталья Щукина, выбрала креативную профессию парикмахера. Она давно распрощалась с идеей счастливого замужества, и жизнь незамужней женщины, живущей в небольшой квартире с собачкой, ей вполне была мила до определенного момента. И вот все три героини, которым близкие люди разбили сердце, поняли, что они еще молоды и красивы, и хотят быть снова любимыми и счастливыми. Но рассчитывать снова на судьбу или удачу опытные женщины в этот раз не будут. Вместо этого все три подруги создают профили на сайте знакомств и становятся охотницами за личным счастьем.